Мне было 12 лет. Такого, чтобы я прям мечтала, не было, наверное. Я очень хотела, попросила у родителей просто, и все. И мне на Новый год подарили вот моего песика. Назвала Сани. И у него уже был паспорт. И у него там было написано Сани, Джо и Дарлинг. И мы выбирали, короче, вот Сани, Джо или Дарлинг. И выбрали Сани, ну, потому что ему прям подходит Сани. Сани. Порода чихуахуа. Ну, вот необычная чихуахуа. Он длинношерстый, он немного чуть побольше, чем обычный, чем мини вот эти чихуашки. Расцветка бело-рыжий такой. Но сейчас у него уже немного, он постарел, и у него выцвела уже шерсть. По характеру? Ну, как я. Ну, мы же похожи все. Там, животные похожи на своих хозяев. Я когда его беру там селфи с ним сделать, он просто сразу делает вид, что он спит. Он закрывает глаза и либо отворачивается, либо еще. Ему прям не нравится, когда я начинаю что-то там всего снимать. Не нравится, да, ему. Сейчас он меньше уже играет со мной. В основном играет именно сейчас. Раньше, может быть, да, мы там, он с игрушками играл. А сейчас он может взять сухой корм. Он такой кругленький, маленький. Просто его берет, поиграется с ним, а потом съедает. Отличная игра. Сейчас он уже не играет. Уже, конечно, уже возраст. Он грыз от пододеяльников углы. Игрушки сгрызал, то есть как бы он прям там глаз не было у игрушек. Они были все, не знаю, либо у него в желудке, либо где-то там валялись. Вот. А так, чтобы что-то прям такого ценного. Кроссовки там он ничего не грыз, он только вот мог погрызть углы и игрушки. Бывает частенько, да. Потому что он может где-нибудь не там пописать или покакать. Вот. Только из-за этого. Остается с родителями. Чаще всего встречает, ну там, эмоции, скулит, прыгает, бегает ко мне. Ну, как обычно, в принципе, встречают собаки своих хозяев. Бывает, что там родители просто могут скинуть там фотку или там видео какое-то. Они сначала не хотели, а потом мне говорили, вот как бы мы без него сейчас были вообще, как бы мы жили без него, вот он так нам помогает. Не знаю, в чем, ну, просто вот то, что он есть. Просто вот он как друг, я прихожу домой, я понимаю, что меня там кто-то ждет, что вот я могу там ему все высказать. Там не кому-то, а вот ему прийти, все рассказать, и он все поймет и никак не осудит меня. Поздравляем всех собачек с Днем собаки!